Еду к девочке, надо ему делать маникюр. Уже достаточно отросли мои ноготки. И ура, 5 недель отходила, нигде не откололась. В общем, следующий кадр, это будет мой новый маникюр. Итак, та-дам! Вот такие красные ноготочки. Эта ранка была у меня, там Злата меня укусила. В общем, на другой руке сейчас покажу, как еще дома, в лучшем свете. Миндальная форма, класс. Я очень довольна. Итак, установила камеру и сейчас в ускоренном темпе хочу сложить стирку. Сняла только что стирку, вещи, гору вещей. Там Златуня сидит, мультики смотрит. И поехали. Нам печеньки, коробку, такую жестяную коробочку подарили с печеньками. Я уже скотч по кругу разрезала. Давай, Маряшка, открывай аккуратно. Вот такие печеньки. Мне такая понравилась. Ага. Жестяная крышечка. Красивая, новогодняя, праздничная. Тут еще вот такая. Сейчас чайком попьем. Вот. Да, только что пришли от соседки. Маряшка там погуляла, мы с соседкой поболтали. Хочу еще даже. Ей сделала вайбер. На компьютере. В общем, все довольные. У нас такая... Почти 11 вечера Марьяна захотела поиграть в вот такую игру. Да, в Полли.
Думаю, вы догадываетесь, что это за игра. Капец, что за крышки? С под печенья. Вот такая она. Да, там фишечки идут, кубик идут. Идет кубик, идут фишечки. Вот такие фишечки. Гружу влог. Я выбираю такую. То есть поставила загружаться влог, и пошли же мы к соседке, прихожу. Думала, что оно загрузилось, то есть его уже нет, кто-то его уже затронул и закрыл. В общем, только на 30% он загруженный был. Я уже кидаю. 25 минут, в общем, надо ждать, чтобы он загрузился до конца. Я уже кидаю. Что-то вам не видно ничего. Вот. Вот это все. Кидай, кидай, бросай. У меня красный. 6. 6, надо лаком белым крапочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, бросай. Я сейчас попалась, мама. Читай. Про. Ну, читай, 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 давай. Ну, мама, давай. Нет, ты давай читай, как раз научишься читать. Про. О. Про. Про. Далее. Не, пропусти. Пропусти ход. Ні, ти не так дочитала. Ти вже докрутила сама, додумала. Там не пропусти, а там пропуск хода вообще. Пропуск хода? Ти два рази. Попиталась читати, ти ай-яй-яй, на камеру. 1, 2, 3, 4. Вот тут. Дальше, бросай сама. Ой. 5. 1, 2, 3, 4, 5. А що ти моєї ходиш? Ти ж даже... А, правильно ж ход пропустила. Тепер ти кидай. А в тебе щось там вже написано. Назад на 3 сектора. Раз. 1, 2, 3. Ми наравні з тобою. 2. 1, 2. 3. 1, 2, 3. Снова на 3 хода назад. 1, 2, 3. От невезуха. В общем, будем гулять. И мы будем... Под конец сниму, кто же выиграл. Фишка. Не знаю. Ты куда мою фишку дела? Все, короче, я выиграла. Нет, я. Это моя краска. Недавно проснулась я. Малявки еще спят. Ну, правда, Марьяша тоже уже проснулась. Просто лежит, мультики смотрит. Поздно очень легли. Злата почему-то не хотела спать. Не, вроде бы и хотела, но... Слышу, уже и Злата проснулась. Надо бежать, потому что сейчас там начнется кавардак. На кресло залезет и на комод. Сейчас быстренько вам скажу. Кушаю сейчас мюсли. А, так вот. Купила вчера. Залила молочком горячим. Вот. И смотрю влог Аленушки. Аленушка, привет! У нее, она рассказывает, что у нее 9 вечера, темно, капец. У нас уже 7:30, уже ну, светло, более-менее. Так, что-то хотела сказать, забыла. Вспомнила. Снится мне сон под утро, что я переселилась на 17 этаж в новострое. То есть, ну, мы с семьей. И я такая выхожу как бы из подъезда, а получается, типа, такая загородка, типа, как забор идет. С подъезда выхожу 17 этажа. То есть на каждом этаже, типа, как выход такой. И получается заборчики под домом, такая типа аллейка, вроде как на стоянке, то, знаете, стоянки есть такие, которые по кругу спускаются с этажа и ниже. Вот типа вот так под домом такая дорожка, ограждена забором. Вот, и потом как-то я залезла на крышу, на самый последний этаж, не знаю какой там этаж, но очень высоко было. Вот, и возле меня, возле нашего дома, стоят еще 3 намного выше дома и шатаются.
ветер дует, их колышет. Я так испугалась, прям вообще во сне испугалась. Мама такая выходит, я говорю: мама, дома шатаются, что делать, давай убегать. И в общем, я проснулась. Короче, такой сон. Возможно, скоро-скоро временем нас переселят. Надеемся. Очень хочется. Уже надоели эти старые дома. Уже давным-давно пора валять эти хрущевки. Я живу в хрущевке. Дому нашему уже, дай Боже памяти, 50-70 лет где-то. Или 80 даже. Вот. Мама все время смеется, и Марьяшка здесь замуж выйдет, будет жить, пока нас переселят. И очень мало места. У нас квартира, ой, извиняюсь. У нас квартира 41 квадратный метр, и нас 5 человек в квартире живет. Вот, иногда бабушка обижается и спит одна, и Марьяше приходится спать с нами в комнате. В комнате 12 квадратов. Представьте. Ну, я понимаю, что есть семьи, которые живут и в однокомнатной квартире, там по двое деток, да, мама, папа. То есть четверым. Ну, квадрат, сколько там, 31 или 32 квадратных метра квартирка. Но это еще советская квартирка. А если квартирки вот эти что современные, то однокомнатная квартира будет такая, как наша. 41 минимум. И получается, что тесновато немножко. У меня одноклассница, я к ней когда в гости ходила, ну, в школьные времена, то у нее вот, допустим, вот эта ситуация, как я говорила, мама, папа и брат, сестра, однокомнатная квартира. Все вот в одной комнате на кроватях теснились. Тесновато, конечно. Вот. Снимаю немножко влог. Хочу. Мне посоветовали. Катя посоветовала. Канал у нее. Кэти. Забыла. Кэти. Привет, кстати. Если меня посмотришь. Меня смотрит она, я знаю. И думаю, поймет, о ком я говорю. Посоветовала читать сказки на камеру. Я понимаю, не все будут смотреть, но я хочу, главное, как говорится, подача материала. Хочу интересно подать материал сказки, выбрать сказку. У меня есть книжка, мне тетя моя родная подарила мне на 10 лет ее. Называется «Снежная королева». Вот, и типа вот эта книжка вмещает в себя вроде бы 5 сказок. Ой, в носу крутит, немножко в нос говорю, замерзла, что-то меня по вечерам морозит. У нас, правда, ну, снега, как всегда, нет. А вот температура плюс 3 и ветер каждый день. Ветер. Вчера целый день моросило. Может, что вчера по дождю я прошлась по мороси вот этой. И без шапки. Правда, капюшон набрасывала. Может, из-за этого у меня теперь насморк будет. Так, буду доедать свою кашу и побегу, посмотрю, что там золото.